Іван Купала. Ну, типа білоруський, не? Да. У нас є самий страшний нож, блядь, это. С прослойками? В блатной стали, блядь, это. Снес уже привезенный, блядь. Так. Это я. Можно обстановку новогоднюю включить? Держи. Да, ну-ка показывай. Чтобы все сверкалось. Дискотека, дрыгалки. Так, тебе сколько голубков? А, пару. Тут такие вот есть. Отлично. Голубцы. Домашние. Я сегодня с утра сразу подскочил, аж привык спать. Ну как, нормально. Проснулся по-нашему в 8, по-вашему в 10. Ну сколько время? 10. А, скорее, давай. Быстро кофе попил, с мамой еще успел поругаться и побежал. О, святой, с мамой поругаться. Где наш писик? Как его зовут? Ярослав. Его по родословно Ярослав Данцев. Ярослав? Ярослав. Да, Ярослав Данцев. Ну, покажись, Ярослав. Мася, иди ко мне. Пацан. Иди ко мне. Иди, Маша, Ярослав. Но. Ой, какие у нас глазки красненькие. Хороший, Максюша, скажи, хороший. Тук-тук-тук-тук-тук. А фоточку можем вам сделать на память. Да. Так, внимание. Так, есть. Есть. Нормально. Вышла фотография. Я потом могу с видео сделать фотки, знаешь, оно и. Вот, черный. Черный. Только черный, а. Не, наш черный нормальный хлеб, который продается здесь. Во. Не сильно черный он. Так, огурчика достать? Ну конечно, обязательно. Ну, это не кислый, а если хочешь бочковой, достану буквально. Кисляка. Но бочковой, хороший. Так, голубцы поставил. Для ешь называется холодные. Олега канцелярия. Ну у меня такая же канцелярия дома. Эти хромоножки, это блядь.